Кстати, в этом году в крае продолжится проект «Открытая регистратура». Еще одна сегодня появилась в Барнауле, в 9-й детской поликлинике. На открытии сейчас работает наш корреспондент Ольга Диянова. Она с нами на связи. Ольга, ждем подробностей. Паша, привет. Пациенты детской городской больницы номер 9 могут наконец-то забыть про очереди. Дело в том, что учреждение начало работать по принципу открытой регистратуры. А записаться на прием к врачу теперь можно аж 5 способами. Во-первых, традиционно, через регистратора и и по телефону. А также можно записаться через инфомат. Это такой специальный прибор, который вот он здесь стоит слева от регистратуры. Нужно ввести данные своего страхового полиса и получить талон. Причем запись ведется на 2 недели вперед. Также можно записаться через интернет и через специальное мобильное приложение. Все это нужно, чтобы разгрузить поток пациентов. И вот, вы сами видите, сейчас 10 утра, а очереди, практически нет. Тем не менее, пациентов меньше не стало. По-прежнему больница принимает до 2000 человек в день. Из них половина, то есть примерно 1000 человек, записываются на прием удаленным способом. Эта больница стала 7-й по счету, в которой появилась открытая регистратура. В этом году еще 15 больниц начнут работать таким способом. На этом пока все. Павел, вам слово.